Простояли ростки туи у меня неделю в воде с медом, и пришло время их высаживать в землю. Я запас немного пластиковых бутылок и разрезал напополам, чуть разрезав край верхней части. Такая бутылочная тепличка. Затем приступил к подготовке самих черенков, обрезав лишние края. Обрезал не жалея, дав питание больше в направлении отращивания корней, чем веток. На дно бутылок я положил керамзит, а землю взял с улицы, добавив немного универсального грунта. Перемешал эту смесь лопаткой из песочницы и наполнил свои горшки. Немного не досыпая до краев. Сделал отверстие и опустил свои ростки в них, аккуратно прижав, не повреждая хрупкие веточки. Обильно полил водой и накрыл так называемой тепличкой из бутылок. Поставил под фитолампу, хоть и не обязательно, и буду ждать корней. Эксперимент продолжается.